Привет, друзья! Ну, мы эту картину совместно все в коллективном творчестве закончили. Я ее убираю. Эту мы закончили, танцовщицу нашу любимую. Да, сколько было подсказок, сколько было хороших советов, друзья. Вместе мы сила. И у меня осталась сейчас еще одна картина, которую покажу, которую я пишу уже несколько лет. Я внучке Гретке это рисовал. Но я ее все время переписываю, переписываю, переписываю. Сейчас покажу. И вот вы сейчас ее увидите. И дадите мне советы. Потому что это очень важно. Потому что через день-два мы будем делать бесплатный ликбез очередной. И там мне нужно, чтобы вы разослали об этом многим своим знакомым, друзьям, потому что бесплатный ликбез будет нужный всем, как снимать стресс и превращать энергию стресса в лучший источник энергии, чтобы создавать произведения не только на холсте, но и в жизни. Да, я об этом в следующем ролике скажу, и дату мы отметим и скажем. А теперь вы, пожалуйста, посмотрите и давайте советы. Пишите там, что надо поправить, что исправить, чтобы личико было, ну, такое, ну, сами понимаете, какое нам сегодня нужно. Не только веселое, не только грустное, но какое такое, чтобы была надежда на лучшее будущее. Да, надежда. И мы вот этот бесплатный ликбез будем проводить именно для этого, чтобы каждый мог обрести себя, стать устойчивым в этих условиях турбуленции. Это точка бифуркации. Такая неопределенность на нас свалилась вот со всеми этими делами, этими и другими. Да, просто не знаешь, что и как думать. А я знаю как, поэтому я хочу помочь. Да, и вся наша школа «Человек будущего» занята этим. Создаем науку человечности. Это лучшее из опор против всякой неизвестности. Да. Ну давайте советы, друзья. Пишите. Жду.